Приветствую вас, дорогие друзья. Это программа «Вечный Евангелие в современном мире». Мы исследуем книгу Откровения, 14 главу. И центральная весть в этой главе – это весть трех ангелов. Вместе с нашим гостем Ростиславом Николаевичем мы в прошлой передаче исследовали вторую весть. Весть, которая звучит: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что яростно вином блуда свою напоил все народы». В прошлой передаче мы подняли вопрос яростного вина, который упоил все народы. Вы сравнили церковь с кораблем, который, проходя через воды истории, постепенно в себя вобрал, как прилепилось к нему множество разных, ну, можно сказать, вавилонских учений, которые не имеют общего с христианством. Мы подняли вопрос о воскресном дне, который не является христианским учением библейским, а является языческим. Также хотелось рассмотреть сегодня вопрос, можно ли сравнить... Христианизированным. Можно ли также сравнить почитание образам так же, как то, что не имеет ничего общего с христианством. Некоторые проповедуют и говорят о том, что первый евангелист Лука, он записал первый образ Иисуса, и таким образом передалось церкви изображение Христа, которое стало потом копироваться, и появились и дальше, которым начали поклоняться. Действительно ли уже с евангелиста Луки это было в христианстве? Если бы это было еще при апостолах, то не нужно было бы в 8 веке, спустя 800 лет, собирать специальный собор, чтобы утвердить иконопочитание. То есть аж 8 век. Потому что ранняя христианская практика вообще обходилась без этого. Изображения были в катакомбах, самые древние, еще во время гонений. То есть были найдены? Найдены изображения, они не были в смысле таком, как что это сакральные изображения, что культовые, что предмет поклонения. Они представляли собой символику, в основном там в виде рыбы показано было, да? Символ рыбы или символ пастуха, который несет овечку, напоминал о Христе. Вот. Вряд ли можно сказать, что это были изображения для поклонения. Да, это же и никто не утверждает, что это были предметы поклонения. Вот. И православные историки, я не хочу говорить как протестант, надо обратиться именно к источникам, будем говорить, католическим и православным, вот, совершенно четко определяют, что иконопочитание начинает входить где-то в V веке. Как отдельное... культовое, да? Вот. А религиозное искусство, оно постепенно становится, принимает статус иконы. То есть это было как наглядное изображение на протяжении... Но оно было преимущественно у языческих культов, обрядов. Идея сама. Это очень, так сказать, условно можно говорить. Это была их самодеятельность, первых христиан, которые хотели что-то изобразить напоминающее им. Вот. И поэтому в самых древних найденных храмах, или лучше сказать, местах поклонения, вот, есть кое-какие там изображения. Но явно, что они напоминают картину, как вот теперь мы изображаем, для того, чтобы что-то напомнить, какой-то эпизод из жизни, из Библии, какой-то эпизод из жизни Иисуса Христа. Вот. Постепенно канонизируется изображение, постепенно. Оно. А как реагирует церковь? Она однозначно принимает это или идет какое-то определенное сопротивление? Ой, это очень большая история. И неоднозначная история, потому что было целый ряд святых и религиозных деятелей, христианских, ортодоксов, отнюдь не каких-то там сектантов, которые выступали против этого. Даже Евсебий Кесарийский, это историк, который жил в дни императора Константина Великого в IV веке. Вот он не понимал, что нужно поклоняться. Он пишет, это же документы есть, когда ему, значит, он пишет письмо госпоже, одной знаменитой, известной даме, вот, что она искала видимого изображения Иисуса Христа. Он говорит, ты не делай этого. Да? Это тот,
который на Лаодикийском соборе праводил идею воскресного дня. Он еще не понимал, что нужно иметь видимое изображение Иисуса Христа. То есть в IV веке уже были попытки, но... Постепенно это шло. Все, особенно это ускоряется после того, как было узаконено христианство. Константином. Да, Константином-то уже начинают строить церкви. И что же они? Но у них нет еще изображений. В ранних самых этих нету. А постепенно они начинают оформляться, эти изображения. Эльвирский собор церковный в Испании запрещает иконопочитание. Представьте себе. Вот. То есть церковь однозначно говорит... Это 500-е годы еще. Да? Он запрещает. И в IV веке еще нет церковного закона о необходимости поклонения иконам. Mm-hmm. Нету. Вот. Это не один историк православный пишет. Вы возьмите Карташова, который написал фундаментальный, капитальный труд, значит, «История Вселенских соборов». Читайте историю, вот как постепенно, как шла эта борьба, можно вводить иконы или нельзя. Нужно было ряд веков, который отделяет от первых истоков христианства. Вопрос не был решен до 8 века. В 8 веке, значит, когда Исаврийская династия Византии... Императоров начинает править, то византийские императоры начинают, Лев и Саврянин, другие, они начинают смотреть на иконопочитание, на что-то такое, что им мешает иметь нормальные отношения с арабским миром. Ведь уже тогда существовал арабский халифат, который категорически был против всяких изображений и так дальше. И значит, он начинает задумываться, это что нам, как христианам, необходимо, и начинают искать, и епископов привлекают, и он говорит, это что, необходимо делать? Или это просто такой обряд у нас, обычай, вот, и постепенно становится понятным, что это просто на уровне обычая, на уровне традиции, неподтвержденной Священным Писанием, вот, наоборот, запрещенной Священным Писанием. Вторая заповедь гласит. Да, вторая заповедь говорит, не делай себе изображения, никакого изображения, не поклоняйся перед ними, не служи им. Вот. Такая, во Второзаконии повторяется, он говорит совершенно ясно, Господь через Моисея, помните, что вы не видели никакого образа, когда говорил с вами Господь из среды огня. Вы не видели ни мужского, ни женского образа. Вот, чтобы ты не развратился и не сделал изображение, не говорил, вот Бог, который говорил со мной из среды огня и так дальше. То есть это было чисто библейское установление, четко зафиксированное. Вы посмотрите, в древнем храме Соломонова не было изображения патриархов, великих патриархов, не было изображения Моисея, номер один, величина духовная в древнем мире, да? Уж можно было изобразить Моисея. Или там, предположим, Давида изобразить, чтобы он был в храме, изображение. Чтобы можно было вообще цареряд патриархов, 12 патриархов можно сделать было бы. Такие, или Авраама, отец всех верующих. Изобразить, если это разрешалось, потому что искусство религиозное разрешалось. Можно было изобразить условно ангелов, изобразить огурцы, там, цветы, лилии, льва и так дальше. Но, во всяком случае, изображать святых или Бога изображать, это никогда не было на протяжении всей системы библейской богопоклонения. Вот. И теперь после Иисуса Христа проходит 8 веков. 800 лет. Почти 800 лет в 8 веке, когда ставится под вопрос, нужно это или не нужно для поклонения, аргументации не достает в защиту поклонения. Хотя оно входит
ну, говорит, народным путем, так вот, постепенно. С поколения в поколение, раз это идет, да, 2-3 века идет. Да, это искусство начинает входить, перед этим начинают поклоняться люди, но эта практика не узаконенная ни Священным Писанием, ни соборами была, вот. И настолько много было этого уже к 8 веку, что это заполонило храмы. Когда брали иконы и делали их кумовьями. Вот, да, знаете, во время крещения, крестин, значит, чтобы она в руке была кумом, икона какая-то. Или для того, чтобы причаститься, соскребали эту краску с иконой в чашу. То есть настолько много уже это вошло, что начали думать, а мы не перебираем в этом вопросе. Вот, и, конечно же, собрали во Влахерне собор. Огромный собор, на котором присутствовало, если мне память не изменяет, где-то больше 300 епископов. Собрали со всех... Со всей империи. Империя еще была, хотя уже арабы наседали на них. Вот, в Малой Азии, но империя уже еще была, Византийская империя была. И этот Влахернский собор недалеко, значит, тут же в центре, Константинополь, все рядом, Влахерн, принимает решение, что нельзя этого делать. Нельзя. Запрещать. Это был 7-й Вселенский собор. Император это поддерживает? Император поддерживает. Но, знаете, времена дикие, можно сказать, в некотором смысле. Они запрещают иконопочитание самыми варварскими методами. Да? То есть снять всюду все. Уничтожить. Это императорский приказ на основании того, что собор принял решение, что это не нужно. Вот. И начинается глумление, ну, знаете, оскорбление чувств. Вот, тех же простых людей, которые привыкли это делать, неграмотных людей, или же монахов, которые только этим и занимались. Вот, очень уже благоговейно к этому относились. Благоговейно относились, так, врывались в монастыри, выбрасывали эти иконы. Это уже солдаты делали, офицеры. Вот, или один случай, когда над воротами висела одна икона уже. Вот, и офицер полез по лестнице, чтобы ее снять оттуда, так и народ взял его и скинул вместе с этой лестницей оттуда. То есть это тоже варварскими методами шло вот это иконоборчество. Это нагнетало противостояние. Это нагнетало. Значит, возникли партии защитников, противников. Это перешло на уровень, будем говорить, политических партий. Под разными знаменами иконоборцы и эти иконопочитатели были. Поэтому, естественно, это делалось тоже не так, как хотел бы Господь, чтобы в Духе Христовом люди разумно решили, что все-таки постепенно надо просвещать народ, что Бог хочет, что Бог не хочет. Да? Интересный факт. Собор запретил, но да. Мы смотрим сейчас, спустя 1000 лет, все совершенно обратно. Почему так произошло? А так, потому что императрица Ирина, супруга царя, после смерти императора... Который был противником. А их там несколько было противников. Вот, императоров. Это династия целая. Все. Она была тайной иконопочитательницей. Хотя перед свадьбой императору дала клятву, что она никогда не будет вводить иконопочитание и так дальше. Вот. Но теперь император умирает, у нее остается мальчик, сын, Константин VI, она становится регентом. Это известные исторические факты. Именно Карташов, православный ученый, богослов и историк, он пишет это в своем томе, в своих трудах, которые называются «История Вселенских соборов». И не только он, и Болотов пишет об этом, и другие объективные историки, они освещают этот процесс. Так вот, что она делает, эта Ирина? Вот, она властвует вместо сына. Вот, она собирает своей властью следующий собор, так называемый 7-й Вселенский собор. Вот. Перед этим армию
значит, высылает из Константинополя, потому что офицеры, солдаты в основном продолжали быть иконоборцами или не принимали икон, чтобы тут не было, так сказать, революции или восстания. Она их предварительно высылает из столицы. Вот. А патриарх? Патриарх, наверное, тоже был Так были такие и такие. Угу. Она назначает таких, которые нужно для этого дела. Вот. И собирает тех, которые продолжали быть против, вот, подпольно продолжали поклоняться и так далее. Собирается этот второй, или так называемый, седьмой, сегодня называемый Никейский собор. Угу. Вот. Второй Никейский. Да, Никейский собор в Константинополе, 787 год. Так. Вот. И что происходит на этом соборе? Не хватает голосов, чтобы перекрыть то решение предыдущего собора, которое запрещал иконоборчество. Это канон так обязан. Да, а потому что под решением собора, по каноническому там, праву того времени, церковному праву, подписывать решение собора мог только епископ. Епископы, чтобы, которых собрали. Чтобы отменить, нужно, чтобы было больше голосов, чем предыдущий собор дал. Так вот, нарушается каноническое право, как свидетельствует был этот Карташов, и приглашают чуть ли не 160 монахов, которые, не имея на то права, покрывают своими подписями. Добавляются голоса. Да, чтобы больше было голосов, чтобы отменить предыдущие решения. А тех, которые остались, значит, еще живые, с предыдущего собора епископа, их под стражей приводят сюда и насильственно требуют, чтобы они это сделали. Вот. То есть это такая политическая борьба, можно сказать, между партиями, и вот побеждает вот эта партия в конечном счете. Вот. Конечно, и теперь появляются идеологи, которые защищают, которые противоречат этому. Значит, известен случай, когда одного из патриархов, который был иконоборцем, его запороли до смерти плетями, 200 ударов. Вот, ему за то, что он не согласился. Не согласился, больше того, что в камере у него висел образ, и кто-то, значит, его обвинили, что он там поцарапал глаза или что-то такое, и его, ну, представьте себе, что это такое. То есть это было просто политическое большее решение, это чем... было такое именно политическое решение, борьба партий политических. Одна династия это, другая династия так. Вот. И, конечно же, в результате этого решения императорской печатью и властью утверждается вот это решение собора это. Так что не надо думать, что это все так просто протекало, что так весь народ и хотел. Вот. Да, многие хотели, но многие были и против. Это была борьба, но она перешла в политическую плоскость. Дискуссия разумная, всегда приемлема, или, по крайней мере, каждый имеет право иметь видение свое на основании Священного Писания так или как-то по-другому смотреть на эти вещи. Вот. А уничтожать друг друга или казнить, или там плетью действовать для того, чтобы доказать, конечно, это не метод. Вот. Потом, эта же Ирина, императрица, отнюдь не такой же благочестивый человек. Можно сказать, страшный человек. Она ослепила своего сына Константина VI. Который должен был бы стать императором. Да, вот. Когда он подрос, и он так у них между собой трение, мать продолжает держать власть, а сын хочет власть заимствовать у нее. Вот. И, значит, так подвели, что его ослепили. Причем в той комнате, где она его родила. Так называемая красная комната, багряная комната, и все. И жестоко ослепили его. Но это уже политическая борьба, это уже не то, что... Это говорит о людях, в принципе, о характере. Да, настолько жестоко ослепили, что он после этого ослепления умер. Это так глубоко проникли железом. И потом она еще 2 года управляла страной всей. И был случай, когда там произошло восстание, где-то в Македонии или где. Вот. И по
своим понятием она решила подавить это восстание и ослепила множество людей, которые приняли восстание, подняли восстание. Поэтому жестокое отношение к образу человека, в то время как почтение перед изображением вот, нарисовано. Контраст, да, огромный. Это образ Божий, каждый человек носит в себе. Вот, и такое отношение к людям, вот, жестокое, просто времени не хватает. Если так беспристрастно, не нападая ни на что, нужно сказать, что это было решение политическое отчасти, а потом подкрепленное, значит, философскими доказательствами, особенно Иоанна Дамаскина, который, значит, философию Платона применил для того, чтобы доказать, что все свято, и пелена, в которой Иисус Христос был, значит, окутан, и ясли, в которых он лежал, когда он был маленьким, и это все святое, и все абсолютно святое, потому что воплотился Христос, и все, что, с чем он имел отношение, это святое. Отсюда пошел культ реликвий. Угу. Вот. Это философски доказано, так сказать, или подтверждено, что все надо это беречь, и это величайшая святыня. Открывает дверь к мощам. Да, да, а это, конечно. И поэтому это потом было основанием для крестовых походов. Это святой гроб, а там мусульмане. Надо забрать, они же неверные. Надо у них, понимаете, отнять это все. И поскольку уже вот это вошло в менталитет того времени, что это святыня, вот она, овеществленная святыня, вот эти все, конечно, вещи имели ужасные последствия на протяжении веков. А постепенно все это приобретало вид очень научного, так далее. Вокруг и чудеса появились. Вопрос только источник этих чудес, библейский ли или параллельный библейскому. Это тоже надо хорошо понимать. И знать, что и другая сила может делать чудеса. И знамения. И знамения. Вот. И поэтому надо быть очень осторожным. Всякое такое явление, которое сегодня экспортируется, возвеличивается, не все можно принимать на основании Слова Божьего. Каждый человек в вопросах веры должен быть взыскательным человеком. То есть не все можно принять. Ибо Писание говорит, если вам что-то говорят, обращайтесь и проверяйте к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, нет в них света. Какая бы традиция ни была, сколько бы веков она ни просуществовала, время не делает это святым. Слава Николаевич, сказано о Вавилоне, что он пал. Что это означает? Первая весть говорит о том, что начался суд. Есть ли какая-то взаимосвязь между первой вестью и второй? Пал Вавилон, под призыв, пал Вавилон. Призыв такой, что человек должен сознательно сделать решение. Дальше в 18 главе будет ясно сказано: «Выйди из нее, народ мой, выйди из Вавилона, чтобы вам не участвовать в грехах его». Потому что грехи его дошли до неба, и Бог воспомянул неправды его, чтобы вам не участвовать в грехах его и не подвергнуться язвам, которые закончатся всемирной историей. Там ясно говорится, что суд Божий без милости будет. Почему без милости? Потому что Бог есть Бог справедливости и Бог милосердия. Наверное, милость – это трехангельская весть, предупреждение. Да, конечно. Вот это предупреждение, которое Бог сегодня дает. Очиститесь. Станьте на то основание, которое Библия дает нам, и Евангелие. И тогда вы будете спасены. Ясные, простые требования Божьи. Ясные, простые заповеди Божьи. Ясное и простое обращение Христа к каждому человеку. Что человек должен рассуждать, во что он верит. Писание говорит, исследуйте Писание. Потому что вы хотите иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют обо мне, говорит Христос. Всякое дело, которое нам предлагается, должно быть исследовано Словом Божьим, проверено. Мы идем на базар, мы же не берем все подряд, что нам предлагают. Да? Мы все просмотрим. Гнилое не будем брать, если мы платим за что-то. Все исследуем. Исследуем. В вопросах веры
в вопросах исповедания, потому что они связаны с нашими вечными интересами, человек должен быть в высшей степени взыскательным сегодня. Наверное, интересный момент звучит в том, что Бог на небесном суде, когда сели судьи, раскрылись книги, осудил Вавилон, назвал его Вавилоном в первую очередь, а не церковью истиной, назвал учение вином яростным, и поэтому, наверное, звучит призыв к народу: он пал, значит, вы можете быть свободны, истина вас сделает по-настоящему свободны, выходите из Вавилона, вы можете теперь, для Бога, наверное, важно, как я понимаю, что сейчас много конфессий, много деноминаций, каждый говорит, что все придем к Богу, все дороги ведут к Богу, а Бог говорит, что нет, есть истина и есть Вавилон. Вавилон пал, Бог его осудил. Пусть он еще не разрушен, но уже Бог на основании Слова Божьего вынес приговор. Поэтому каждый должен сделать свой выбор. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи, там будет ниже сказано, и имеющих веру Иисуса Христа. Это два основных камня, на которых строится вера Иисусова, верить так, как Христос, и понимать так, как Христос. И исполнять заповеди Божьи, которые Бог дал. Они не зря названы Божьи заповеди. Не человеческие, а да, Божьи. Божьи заповеди. Высшего авторитета нет. В вопросах религии абсолютным авторитетом и единственным авторитетом обладает только Бог. И он говорит, что правильно, что неправильно. В вопросах политики, в вопросах управления государством другое дело. Это компетенция людей. И то они должны считаться законом Божьим. С принципами Божьим. Да. Вот. Но это оставлено за человека. Люди решают. Люди неполноправны. Императоры и правители этого мира неполноправны. Они не имеют права менять заповеди Божьи. Христос не взял на себя это право. Сказал: я не пришел изменить это дело. Или нарушить. Но тем более правители этого мира не имеют права. Потому что над ними тоже Бог есть. Они сегодня есть, и завтра их нет. Сегодня их выбрали, завтра их переизбрали. Так? В современном мире. Не обязательно казнить. Просто переизбрать. Вот. А ты будешь отвечать за то, что ты заставлял людей, или куда ты побуждал людей делать. Поэтому все мы ходим под Богом. И высшего авторитета в вопросах веры, как Слово Божие, нет на земле. Аминь. Спасибо. Благодарны, дорогие телезрители, что вы были вместе с нами. Бог говорит: пал Вавилон, ты можешь быть свободным. Убойся Бога, воздай Ему славу, поклонись истинному нашему живому Богу и будь Ему послушен. Исследуйте вместе с нами книгу Откровения. В следующих передачах мы продолжим исследовать Трехангельскую весть. Да благословит вас Господь.